тренинг «Рисуем сайт с нуля в фотошопе», занятие номер 7, ставим лайк, подписываемся на наш канал и двигаемся дальше. Итак, сейчас мы с вами заведем главное меню для нашего сайта, оно довольно простое и много времени на его создание не уйдет. Первым делом давайте я увеличу масштаб, до 100%. Затем я выбираю шапочку и выбираю менюшку нашу. Далее выбираю инструмент текст и здесь пишу первое. Шрифт у нас тут будет стоять Arial, поэтому я ввожу на латинице Arial и жму Enter. Дальше ширина шрифта, толщина будет у нас Regular, нормальная, то есть шрифт размером 16 пикселей. И в принципе цвет шрифта белый поставьте, если у вас здесь стоит другой цвет. Отлично. Теперь вводим сюда наш текст и пишем. Пишем то, что нарисовано на картинке. Главное, блок курсы о сайте «Контакты». Так, главное. Потом я делаю 7 отступов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, блок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О сайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, курсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И контакты. Контакты. Отлично. Жмем на перемещение. У нас применяется этот текст. И смотрите, если здесь что-то не так, можете перейти, выбрать вот этот слой, перейти сюда в символ. И здесь что-то, то, что надо поменять. Ну, у меня здесь все нормально стоит. Далее, вот здесь еще я нажму на этот значок. И наши все буквы станут большими. И давайте мы менюшку поместим. Так, я сделаю поменьше этот размер. Поместим где-нибудь здесь, вот так. Ну, на глаз выставите, чтобы было нормально. В принципе, на этом все. Наше главное меню создано, видим. И мы можем двигаться дальше.